Сообщение из православного Татарстана. В столице республики состоялось открытие православной выставки. Местом ее проведения был выбран выставочный центр «Казанская ярмарка». На выставке прибывает множество святынь. В больших количествах представлена православная литература, церковная утварь, мед, травы, одежда, приобрести которые может каждый желающий до 8 апреля. Выставка открылась торжественным молебном, который совершил настоятель Никольского кафедрального собора города Казани протоиерей Иоанн Барсуков. По окончании молебного пения священнослужитель обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором призвал на участников и гостей Божие благословение. Приходите сюда и прикасайтесь к святыне, ходите спокойно по рядам, выбирайте, что вам полезно и что вам нужно. Но прежде всего смотрите туда, чтобы было полезно. Все-таки, если мы говорим, что выставка православная, то мы, конечно же, смотрим все время, в первую очередь, на свою душу. Участие в православной ярмарке принимают представители монастырей, приходов и художественно-производственных мастерских с разных уголков России и ближнего зарубежья. Выставка имеет 11 тематических подразделений, где в больших количествах представлена православная литература, церковная утварь, мед, травы, одежда, приобрести которые может каждый желающий. Здесь много разнообразия того, что, например, не увидишь, подумайте, здесь собрано очень много вещей, очень много святынь. Очень много, то, что может пригодиться, потому что в храме, когда стоишь, например, не все знают богослужение. Здесь можно приобрести книгу, в которой можно все это прочитать и изучить. Для поклонения верующим на выставку привезена православная святыня – чудотворная икона святителя Николая Мирликийского с частицей мощей, перед которой регулярно будут совершаться акафистные пения. Всей святыни холой угодниче, преизрядный Господень, теплый наш заступничий,